Это сочинские групповички. Местный турнир для девочек как репетиция. В начале февраля гимнастки примут участие в краевом чемпионате. Сегодняшний генеральный прогон до конца не удался. Непослушные обручи то и дело выскальзывали из рук. Не собрались, сделали заключение сами спортсменки. Вышли и ничего не сделали толком. Неважно, кто тренируется, 2 часа, 3 день. Главное – это соревновательный опыт, потому что страх, он бывает побеждает, и все валится из рук. Работать над собой, не покладая рук, не халтурить. Нам предстоят очень серьезные соревнования. Мы должны работать над собой, над своими страхами, над предметом, над всем. И чтобы, как здесь, не растерять предметы. Мы руки не отпустим, мы будем продолжать нашу работу над собой. И мы надеемся, что все будет хорошо. А вот у малышей, которые только делают первые шаги в большом спорте, все хорошо. Номер выполнен, заслуженная медаль на шее, за плечами опыт. Гимнастки внимательно наблюдают за выступлениями конкуренток. Ведь в каждом городе своя методика обучения. И сочинская школа художественной гимнастики не уступает регионам, подчеркивает организатор турнира «Морозные узоры». Эти соревнования мы проводим второй раз, но 25-й турнир у нас будет в этом году. В июне «Черноморочка» и «Русалочка» в июле. Это тоже 25-й турнир будет. Так как у нас много участников, хотят побольше приезжать к нам, поэтому мы зимой стали проводить. В городе у нас хороший состав, тренерский, очень богатый опытом. И поэтому у нас гимнастки выросли в этом. Сегодня же гимнасткам присвоили новые звания. 5 спортсменок получили свой первый спортивный разряд. Новая встреча состоится все в том же месте, на коврах «Юг спорта», уже летом. Сочи примет открытое первенство «Черноморочка». Ольга Десятова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.